Здорово, ёпты, вспомнил, короче, что у нас есть остров Сахалин, и на него нету моста. Вот, почему до сих пор в 17 году, 2017 год, на нем нету моста? Между прочим, он по площади в 3 раза больше, чем Крым. В 3 раза. А Крым, только его вернули, сразу же начали мгновенно, начали строить на него, просто мгновенно, просто вот так вот, да? А Сахалин... 1 000 000 000 лет уже, так сказать, в России, и до сих пор мост не построили. Вот. Там, конечно, народу несколько меньше живет, но ёпты. И мост уже хотели давным-давно построить, и уже не раз строили. Еще даже при царе уже хотели строить, короче. Вот, Сталин начал строить ГУЛАГ. Он через ГУЛАГ, там 20 тысяч заключенных начал все строить, ёпты, но умер. Умер, и ГУЛАГ сразу распустили, вот эту сталинскую шарашку, так сказать. И все, нечем строить, понимаешь, совок нищий, все только может рабской силой строить, да, бесплатный, ну, кормить только, ёпта, за еду. Вот, плохую, естественно. Вот, но уже начали, пытались, и то тоннель хотели построить, а тоннель, между прочим, это дороже, чем мост. Вот, я вообще даже не представляю, как они там тоннель хотели, метро, что ли, провести, метро 2, ёпта. Вот, и потом все заглохло, да, понимаете, совок потом стал богаче на некоторое время, потому что он начал в 50-м году, то есть сразу после войны уже хотели строить, вы вдумайтесь, страна была в разрухе, денег не было вообще, и то уже хотели строить тоннель, не мост, а тоннель, понимаете, на Сахалин, а сейчас что, ёпты, 17-й год уже, то есть там добывают херву тучи газа и нефти, понимаете? То есть нефть оттуда сосут, а мост хер, понимаете? Сахалин, ёпта, от Сахалина до Японии рукой подать. Там тоже, кстати, хотели строить мост до Японии, Сахалина. То есть, ну они сказали японцам, да-да, мы построим, но только вы вначале построите мост до России. Ну, Сахалин, короче, до материка, ёпта, хы, мазфака. Вот, представляете, японцы сказали, да, мы построим изи, no problems, man, пока. Уи, или как они там, Туранага, коничуа, Туранага сама. Вот, как там еще, это как ее, сайонара, ёпта, вот. А мы не можем, да, то есть там нефть сосут, газ, а построить мост для жителей, жители там живут как... Я хз как, они на пароме плавают, ну еще самолеты вроде есть, но самолет это не всепогодный и плюс дорогой транспорт. А паром, да, он достаточно недорогой, наверное, но зато он не пойми как зимой, потому что лед там и осенью, да, то есть зимой, может, они там еще на машине ездят, когда лед крепкий, может быть, я не знаю. Но, ёпты, а осенью, когда уже лед есть, но он еще не крепкий и уже... Паром, наверное, не может плыть, или там ледокол какой-то нужен, а машина еще не ездит. И как быть, ёпта? Как вообще, если житель Сахалина захотел в Москву поехать, на Москву поглядеть? Ёпта, я не знаю, правда, Сахалин летает, может, с Сахалина сразу можно лететь на самолете, но это, наверное, стоит, наверное, 30 тысяч миллионов долларов полет. Ну, конечно, на поезде там неделю, наверное, ехать в одну сторону, в принципе, тоже вариант, но... Все равно, ёпта, мост, это ж не я придумал, это уже еще при царе, ёпта, при царе уже хотели построить, понимаете? Есть дешевые варианты, дамбу можно построить там, вообще копейки это будет, просто земли насыпать, там глубина 8 метров, представляете, 8 метров, там 10 километров, длина всего лишь, даже 7 километров самой короткой точки, и глубина 8 метров, то есть строй не хочу, ёпта, дамбу, еще там будет водичку, электростанция. Вот, поэтому я считаю, просто необходимо построить. И даже хотели уже, даже в новое время, и не раз даже, и в 2001 году хотели, и в 2000, там, не знаю, 13, 12, 10, и, короче, все время хотят. Но не строят, понимаете, хотели. А Крым как присоединить сразу, и ничего не хотели, просто взяли, да сразу и все, короче. И деньги сразу прям, там не госбюджет формировать, сразу, понимаете. По идее, что ты должен госбюджет на следующий год, а там, я так понимаю, вообще сразу, а может... Ну, Крым присоединили в начале 2014 года и сразу же начали, наверное, правильно, я, конечно, сейчас уже не помню, но я думаю, сразу начали проекты моста, сразу начали, сразу деньги нашли, мгновенно, ёпта, понимаешь? А Сахалин его присоединили там в 1880 каком-то году, ёпта.
никому не нужен был на тот момент. Его присоединили, китайцы на него претендовали. И что, мост не могут построить? Да, конечно, естественно, в советское время. Не в советское, а в царское не могли построить, потому что это тогда технологий не было, экскаваторов не было. А при совке решили построить заключенными. То есть они бы лопаткой там строили. Это. И то хотели. А сейчас-то есть техника, экскаваторы. Да, это денег стоит, но оно же все есть. Это. Вот, короче, и все проще строить. Понимаете, почему сейчас строят? Даже не мы, а вот Китай. Да, почему Китай там пипец строит? Потому что техника есть, техника позволяет строить. В 30-х годах, 1930-х, техника не позволяла, поэтому строили медленнее, меньше. Сейчас техника позволяет строить уже небоскребы по 800 метров, километр. Вон, хотят строить, вон, даже полтора, ёпты. Вот, там уже скоро, блин... Как мост уже будут высоту 7 километров небоскребы строить, ёпта. Вот, Сахалин такой красивейший, я вот фотки посмотрел. Такая лепота, там вообще курорты есть, он же на юге, там уже может курорты есть. Ну понятно, что из Москвы ты туда не полетишь, ну там, не знаю, Дальнего Востока, ёпта, там, как это, Владивосток, там город есть. Еврейская автономная область, вот, евреев куда там. На восток, ёпта, а при Сталине мазфака. Ну, вот хотели, кстати, евреев на Крым переселить в свое время, но переселили на восток. Не знаю, чем это было связано, политика, видимо, мазфака. Вот, поэтому необходимо мост быстро запилить, мгновенно, ёпта. А тут что за позор, Крым присоединили и сразу мост, сразу прям... Там 20 миллиардов долларов Ротенберг, ёпты. А чё Ротенберг? А где ж он был, когда на Сахалин-то строить мост, ёпта? Вот, чё такое вообще? Не понял, ёпта. Быстро запилили, мазафака. Хыыыыы.